упаковку. Давай, да, значит, бахнем на запись. Спасибо, Маша Рамштайн. Ну вот, вот это вот. Треск. То есть вот это плохо. От этого надо избавляться. То есть если так пукает, значит, что-то зажал неправильно. Вот это. Ща попробовал начитать дикторские тексты обработать. Оказалось совсем непростой задачей. Конечно, это очень сложно. Я сам... Да, это... Там целое искусство, интонирование, понижение как-то вот тона. Я сам в этом не разбираюсь, я даже не уверен, что у меня бы получилось хотя бы сносно. Именно чужой текст клево прочитать. Не допеть, не дает. Тоже голос плохо слышно. Ну, ты понял, эквалайзер, компрессор, это сюда точно так же надо поверх применять. Вот и все. Я оригинал песни, кстати, не очень знаю. В эту белую ночь твои люди шаги как враги в обнаженную ночь. Ты понял, дребезги вот эти, то есть это ты что-то не дожимаешь или как-то что-то не так зажимаешь. Уж не знаю почему. Баре, возможно, что-то не то. В эту белую ночь, да в темные времена. В эту белую ночь, да в темные времена. Чертой, где ты там в тишине. Допустим, запишу EP, как продвигать группу. Я бы, я честно, я не эксперт. Ты видишь, типа я не сильно продвинулся. То есть, чтобы ты понимал. Для того, чтобы такие советы давать. Я бы снял клип. Я бы снял клип на самую хитовую песню, которая именно не ту, которая тебе нравится, а ту, которая люди твои, ну, под которая нравится слушателям. То есть ты покидал друзьям, и друзья сказали, вот это самая охуенная песня. Вот, вот если большинство про какую-то одну говорят, ты должен именно на нее сделать клип какой-то. Хоть как-нибудь. Не зови. Как бы вроде в нотах, но вот это вот подъезд плохой. Эх, блин, сорян, ребят. Блин, да, надеюсь, когда-нибудь у меня загранчик будет, доеду в Латвию. Я был в Латвии лет 14. Прикольно у вас там, здорово. Прям Европа с налетом совка. Класс. Аккорд D с шестой струной плохо. Да, аккорд D надо без шестой играть. Надо постараться. Либо ее глушить большим, либо что-то. Вроде как-то выдал ноту, но тоже по вокалу я не до конца уверен. То есть, ну, ну я вроде бы объяснял, как. Дико не любит русских. Ну, известно, да, у него. В Литве еще больше, насколько я знаю, не любят. В Прибалтике понятно, что не любят. Так.